Слышишь, Михаил, тебе надо стать здесь сзаду. Быстрее, у тебя жопа появится, блядь. Я не пущу. Держу. Давай. Ну иди, смело, Саня, смело. Засуньте в интернет потом. Вот. Поприветствуй нас, Саш. Не, я вас тоже. Вот, типа, давай здесь. Согласен. Здесь пройдет мне. Там еще ребята передали вам 15 километров замороженным. Там и что, брат? А что у тебя, ты вся, говорит, лялька, брат, что ли, ешь? Как тебе молоко, брат, есть? Я говорю, ты что, говорит, ебанутый, нахуй? Это, говорит, фурункул. Какой фурункул? А который ты, блядь, выпил? И волоё, как начал, блядь, рыгать. Ты что, врача вызывал? Врач, говорит, колить стучал, врач его жрал, жрал, блядь. Жопа, как орех, так и... Тот молчи, блядь. Ну, говорит, тогда, блядь, сиди, нахуй, рыгай, блядь, пока не сдохнешь. Ну, тот раскололся, говорит, блядь, я выпил фурункул, нахуй. Какой фурункул? Где ты его взял, нахуй? А, говорит, блядь, лёгкий, блядь, ты себе так, нахуй, фурункул, блядь, был. Я, говорит, блядь, его и выпил, да. Какой лёгкий, блядь, позвать её сюда, нахуй. Позвали, да, что за хуйня, блядь, чё, блядь, напоила волоёба, фурункулы, блядь, такие. Да чё, говорит, сам лез, блядь, дед тебя нахуй. И говорят, ебись, блядь, а он, блядь, нихуя. Так пристал, блядь. Говорит, схватил, блядь, письку, начал их махать. А там, говорит, фурункул, блядь. Ну, там, и а он на сладенькое повел. А там думал, молоко. И больше он к ней ебки не ходил. Катаешь. Ты сильный малый, да? Да, такие. Вы фотографируете?